В рамках общественного контроля за деятельностью полиции член общественного совета при УМВД по Одинцовскому городскому округу Сергей Федосеев проверил работу Голицынского отдела полиции. Он побеседовал с сотрудниками, осмотрел помещение дежурной части и его оснащение, проверил состояние и ведение учетной документации. В целом гость положительно оценил уровень организации работы в отделе.